Обыски в Пенсионном фонде Республики Дагестан. В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России по Дагестану прошли обыски. Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. По информации МВД, речь идет об организованной преступной группировке, которая занималась махинациями с так называемыми фиктивными пенсиями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении должностных лиц Пенсионного фонда России по Республике Дагестан, которые создали организованную группу и за денежное вознаграждение занимались изысканием граждан, желающих незаконно оформить страховую пенсию, формировали фиктивные пенсионные дела с внесением недостоверных данных о трудовом стаже путем изготовления печати различных организаций. Сотрудниками полиции проводятся обыски в архивах территориальных управлений, по месту жительства и работы фигурантов. Изымаются пенсионные дела, печати, бланки фиктивных документов, ценности и другие предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.